вы незаконно здесь находитесь. Это ваше мнение, что я... Нет, это закон. Не ваше мнение. Это федеральный закон. Митинге, на прошлом митинге стоял мужчина такой же форме, без формы. Но он какой-то приказ показывал. Вот видите, у меня приказ, у меня есть распоряжение. Вы на этот раз даже не удосужились обзавестись приказом. Приказ был, он показывал. Вот видите, я действую на основании приказа. Ваши коллега 5 мая показывал приказ. Вот и все. Что вы говорите, ерунду какую-то на 9 мая? Вы сюда себя принесли, а приказик забыли заплатить. Ну надо же, какая досада. Ну сходите, принесите, будете при исполнении. А пока он правильно говорит. При всем уважении, я как добросовестный гражданин обращаюсь к вам, если вы добросовестный сотрудник полиции, подтвердите законы своего здесь нахождения. Иначе вы здесь вне закона. Абсолютно серьезно вам говорю. Я вам привел нормы закона. Вы их исполнили? Мне нужно подтверждение закона.